не нацию, я люблю человека. И я создал человека по образу, по подобию своему, чтобы он познавал меня. В этом как раз и есть, что исполняя вот это, Бог хотел показать, вы в рабстве, вам надо другой Иерусалим. Иерусалим, который я обещал Аврааму. Помните, какой Иерусалим обещал Бог Аврааму? Братья, можете открыть Евреям 11 глава, послание к Евреям 11 глава с 8 стиха. Вот почему апостол Павел пишет Галатийской церкви против закона, начиная против вот этого иудаизма, начиная говорить об Аврааме. Потому что сейчас вы увидите, что Павел хотел показать Галатийской церкви, что ваш храм должен быть свобода. Это не вот это исполнение закона по справедливости, который убивает. Ваш храм должен быть храмом любви, потому что по любви узнают, что вы христиане. Итак, верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Дальше. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковым, сонаследниками того же обетования. Какого обетования? Давайте посмотрим следующее. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель кто? И Авраам, Исаак, Яков получили какое обетование? Какого Иерусалима? Небесного. Небесного. А это два закона. Есть закон земной, который ведет в рабство. Так говорит апостол Павел. И есть закон небесный. Апостол Павел разделил два Иерусалима. И он говорит, земной Иерусалим. Вот почему Бог земной Иерусалим и первый, и второй, и третий раз разрушил, так или не так? Потому что это только прообразы. Отбросьте костыли, начните смотреть куда? Начните смотреть на истинный Иерусалим, который я открою вам дорогу. Истинный Иерусалим. Священство вот этого Иерусалима. Вы знаете, почему Павел начинает от Авраама? Я вам скажу. Скажите, пожалуйста, а кто встретил Авраама? А? Кто это был? Мелхиседек. Мелхиседек. О нем написано, что он без роду, племени и нации. Поэтому следующая половинка нашего с вами собрания будет завтра. Нет, 2 часа Владимир Михайлович уже говорит, давайте немножко перерыв, 15 минут. Можем...